Всем привет, доброе утро. Какой сегодня рассвет. Сегодня я так рано проснулась, и спать не хочется. 7 часов утра. Люди уже на улице, на пробежку выходят побегать. Солнышко встает. А мы с Боней не спим, да? Интересно, мне спать совсем не хочется. Проснулась, выспалась. Собака у нас тоже загорает на солнышке. Вот так вот. Хорошо, ей лежит. Любишь солнышко, да, Бонь? Там в Швейцарии у нас сейчас дожди проливные, затапливает. Реки выходят из берегов. Так не хочется ехать обратно в дождик. Тебе нравится этот гамбургер? Нравится, да? Нравится. Все еще спят? Спит тут. Пришел спать на наш диван. Всем привет. Доброе утро. Я сегодня с 7:30 не сплю. А теперь мне спать хочется. Время 11 часов. Ну-ка, попробуй. Вкусная хоть хлопья? Похоже на вкус Орео или нет? Да? Черно-белые колечки. Надо попробовать тоже. Наркоша спит еще. А Бонни пошла гулять с папой, с Каролиной и с Максом. Да. А я выкладываю видео. Я его сегодня с самого утра смонтировала быстренько и сейчас выкладываю. Собрались мы клип снимать. Нам нужно поснимать в бассейне. Но нам нужно, чтобы он был пустой, чтобы там никого не было. Может, они уже искупались, сейчас уйдут. Они вытираются, видишь, мне кажется, они уходят. Так, берем с собой донатс. Берем с собой телефон, будем ныряться телефоном. Я с Маргаритой не буду. Будем топить телефон Маргариты. А мы хотим вот этот катамаран, машинка, вместе с горкой взять. И поплыть, покупаться. Вот эти вот. Одна фиолетовая, другая розовая. Пошла. У нас полотенце улетело. Вон там лежит наше полотенце. Мы достать не можем. Там теперь только если идти к соседям на первый этаж и просить. Вот. Жалко. Конь, красиво, тебе нравится? Она сегодня утром балдела на солнышке. Нравится. Мы скоро домой поедем, и там дождик. Этикетка включи. Сегодня будет в спасательном жилете плавать. Я не буду плавать. Так, не прыгаем в лифте, не надо. Да. Сейчас вытрешь весь лифт. Вытрешь весь лифт сейчас. Вы самые шумные здесь, по-моему. Пришла я за Бонни погулять, ее взять. В общем, не получается у нас поехать на катамаране, потому что сейчас очень сильный ветер и волны, и тяжело его, в общем, вытащить в воду. И сейчас мы решили, что поедем на велосипедах. Возьмем с собой Бонни. Пойдем гулять. Пойдем. Это волшебство. Почему она не падает? Маджик. Маджик. Ой. Ой. Давай, держи. О май гад. Почему она не падает? Ты волшебница. Я знаю. Так, мы все еще не можем никак дойти до этих велосипедов. А вон там одна стоит, но нам нужна шестиместная, большая. Там я еще одну вижу. Там уже кто-то ездит. Мне кажется, они уже все уехали, эти. Нет. Да, видишь? Нет, мама, все идут всегда их ночью. Их мало. Нет, их много. Сейчас тоже катаются. Вот эту вот машинку мы сейчас возьмем, одну шестиместную. Все, мы поехали. И Бонни тоже. Давайте крутите. В общем, мы все можем крутить. Ой, я не могу так быстро. Так, Маргарита, Каролина с Максом впереди. У них там нет педалей, только мы крутим. Бонь, тебе нравится? Ты такой.
Устали? Макс пересел уже. А ну, а кеки вергаст. Что тяжело его будет вывести. Все, вытащили занозу. Бегала босиком, и заноза у нее в ножку попала. Еле как вытащила. Такая маленькая, так Ксюша, Макс и папа, они поехали возвращать машинку туда. Сейчас придут. Мы домой зашли. Время 8:28. Мы пришли на пляж. Купаться. Все ушли, а мы пришли. Мама! Да. Закапай да. меня. Куда я тебе буду закапывать? Давай хвостик тебе сделаю нормальный. Давай. Ты же хотела купаться. Ванты. Давай. Давай застегивай жилет. Он у него совсем маленький. Но. Мой гранде. И мой. Тупулька. Да целовой. Значит, вот здесь вот рядышком, Каролина. Далеко не уходи. Рядышком. Дальше. Ножки помочим. Еще ветер холодный дует. Все, Ксюша пошла. Иди купайся, Каролина, иди. Вообще так ничего. Привыкаешь. Сначала холодная, а потом тепленькая. Макс идет. Ты как? Иди купайся. Папа принес. Называют капкейки. Драхе семена. Семена. Мучас семен. Para todos. Вау. Para todos. Para todos. Семена. Семена. Все, 5 минут искупалась и вернулась. Нет, так быстро. Все, пойдемте все купаться. Последние денечки надо купаться. Мама, у нас нету этого. Ну что, все вместе укроемся одним, вот этим сверху потом. Могут два с этим укрыться, потому что у нас да. здесь два, здесь один, этим нет. тоже Папе можно. Не нужно, папа не будет. Okay. Папа один раз вытерся и все, и пошел. Ему самое главное вытереться полотенцем и все, да? Я тоже, если вытрусь, я просто надену футболку, пойду. Давайте, последние денечки. Сегодня у нас среда, завтра поедем в Барселону. Потом пятница домой, и все. Нужно наслаждаться последними деньками. Да, Каролин? Я иду просто на огромный риск. Вместе с камерой в море. Которая... О, нет! Быстрее надо пройти волны. Быстро, быстро, быстро. Это очень опасно. Ты туда подальше. Поглубже? Да. Давай, 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 плыви, плыви, плыви. Давай, 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 давай. Волны небольшие. Давай по маме дорогу. Давай. Давай, 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 давай. Да, водичка тепленькая. Просто ветер, когда дует, дует холодно. А так вода теплая. Ксюша у нас спасатель. На горку похоже. Я
крутую горку. Рыбу спасать? Давай, иди спасай. Смотри, там дядя ловит рыбу. Ну, маленьких рыбок ловит. Так, у нас сели батарейки в телефоне, мы не знаем, сколько время сейчас. У меня села батарейка, потому что ты сидела, играла или смотрела. Смотрела. И кончилась батарейка у папы тоже. Так, пакетики сейчас сдует, надо держать. Нужно помыться всем. Потому что завтра поедем в Барселону, нужно, чтобы волосы, не знаю. У тебя нормально чистые волосы? Нет. Нет, ну вот, надо помыться. Чтобы нормально выглядеть. Так, все, девочки, ложимся завтра утром вставать. Так, все сейчас. Чистим зубки спать. Слышь меня? Да. Сын, мне очень это? Мария Мама. Все, ребятки, всем пока. Увидимся в следующем видео. Нам рано вставать. 8 часов завтра будем вставать, и в 9 часов выйдем из дома, и ехать нам 2 часа 30 минут. В общем, где-то до 11:30-12 мы будем в Барселоне. И тоже поснимаем вам влог. Уже 12:30 ночи, я влог не успею сейчас смонтировать, я ложусь спать. Завтра утром, конечно же, тоже, поэтому немножко с опозданием выйдут видео, потому что я не успеваю. Лягу сейчас отдыхать. А то если я сейчас начну монтировать, я буду монтировать часа полтора. Это точно. Все, ребятки, всем пока.